ЦСКА по-прежнему с мячом. Отобран мяч. Наши пытаются организовать атаку. Это Попов, он отобрал и сейчас поучаствовал в атаке. Это уже Радостев, можно обыгрывать и бить. Радостев бьет и попадает между ног голкиперу ЦСКА. Семен Радостев, 1-0. Гол ворота команды ЦСКА забил игрок под номером 22 Радостев Семен. Счет в матче 1-0, впереди команда Чертанова. Отметим в этом эпизоде, конечно, Попова, который отобрал мяч там на своей половине поля, начал атаку и продолжил ее потом. Сделал пас Радостью. Ну, а Радостев сделал все в своем стиле. Ну, что пока ничего не происходит, я еще раз повторю составы команд. У нас в воротах Максим Салищев, первый номер, 13-й. Дмитрий Заворухин. Посмотрим, Пруцов выходит к воротам. Опасно. Пенальти. Да. Сзади подкат под Ебинова. И арбитр указывает на 11-метровую отметку. И оказывает помощь его руку. А тем временем бьет Умяров и забивает. 2-0. Наиль Умяров. 19-я минута первого тайма. Гол ворота команды ЦСКА забил игрок под номером 11 Умяров Наиль. Счет в матче 2-0. Впереди команда Чертанова. Вот, может быть, опасно. Пруцов сталкивается с голкипером, падает. И это угловое в исполнении Колесниченко. На ближнюю штангу. Заворухин еще дальше пяткой. Нет, отбивают. Отбивают армейцы, но здесь было, конечно, опасно. Сразу двое наших были на фланге. Они отобрали мяч, отдали Колесниченко. Колесниченко еще дальше на Евинова. Евинов в штрафной. Прострел, удар с лета. Это Заворухин. Его подача в штрафную с углового, ой, простите, с от боковой отбровки. И наши отбиваются, но не совсем. Удар по воротам следует, и мяч в сетке. Позволили наши пробить соперникам довольно с близкого расстояния. И не смог выручить Салищев. Увы. Гол ворота команды Чертанова забил игрок под номером 5 Маслов Павел. Счет в матче 2-1 впереди команды Чертанова. Колесниченко. Ох, острейший прострел. Чуть ли не по... Если бы она прошла, Евинов бы вышел к воротам. Умяров, Колесниченко. Прикрывает мяч корпусом, отдает назад. Заворухин. Умяров падает, отдает мяч Колесниченко. Колесниченко входит в штрафную. Будет прострел. Передача, удар. Будет гол. Офсайд. В убор. В упор. На поле в игре с Арсеналом 2. Которым мы будем транслировать. Трансляция начнется в 15:30, а, собственно, игра в 16:00. Умяров подхватил мяч. И сразу сделал длинную передачу на Язовских. Язовских. Перекидывает мяч. Да, ох ты! Рядом с девяткой этот мяч проходит. Попов по флангу. Уходит от соперника Егоров. А Пруцов подхватывает мяч. Идет в штрафную. Передача Язовских. Язовских в штрафную. Лицевой линии. Прострел. Но будет гол. Удар нет. Чудом не забивают наши в этом эпизоде. Попов молодец. Очень грамотно сыграл в этом эпизоде. И здесь наши выиграли борьбу в центре, но передача Коноплина неточная. Однако Пруцов подхватил мяч. Снова входит в штрафную. Обыгрывает. Будет удар. Удар по воротам и мяч в сетке. Индивидуальный проход Данила Пруцова заканчивается третьим голом ворот армейцев. 3-1. Гол ворота команды ЦСКА забил игрок под номером 7 Пруцев Данил. Счет в матче 3-1. Впереди команда Чертанова. За 2 минуты до конца матча. Здорово, Леша, тоже целую. Не расслабляйся. А если застегнулись, то ладно. Неплохо наши разыграли, но теперь...